Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры, и сегодня будем играть в мем-кликер, да, здесь будем кликать на разные мемасики. В основном, правда, зарубежные, но это мемасики, которые большинство мы знаем, да, из-за которые мы получаем лолы, лолы это наша валюта, и поэтому это все довольно забавно получается, столько-то лолов надо, чтобы создать мем, купить мем. Такой... Я получил с этой картинки лол 100 раз, пойду куплю другую картинку, которая еще более лол. Да. Почему бы и нет? Так, Bad Luck Brian мы купили, Frustrated Boromir. Да, но я сначала куплю Bad Luck Brian, слишком уж он офигенный, он-то из-за клик дает нам... Так как я больше быстрее всего буду кликать, наверное, очков наверняка в самом начале за клики буду получать, то буду... Сначала Bad Luck Brian прокачивать, потому что за клик пока что самое-самое-самое крутое. О, там доги вижу, доги в самом низу. Видимо, стоят доги не очень-то дешево. Если уж я до сих пор на него не накопил. Так, а кстати, ачимментов. А, есть ачимменты. 5 из 51. О, картинки меняются. You know what really jeans my gears. Ё-моё, как много читать, а. В общем, что-то там смешное, наверное. Да, в основном зарубежный юмор, поэтому, как бы... Нас вот это поле интересует больше, да. Уточки пошли, замечательно. Так, миньоны. А, надо вот, 200 Bad Luck Brian'ов, это самое крутое получается. Так, ну давайте купим еще Bad Luck Brian'ов. А потом можно Футурама Фрая купить, пусть у нас уже в автомате все делается. И Барабира купим себе тоже, найс. Все дела. Так, давай, лол. Так, а сколько нам дает доги? Доги дает воображение. 10 секунд, ну не супер, много за 3-то косаря. Можно фрая купить, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Все, а стоит дешевле, по идее. Поэтому, да, лучше пока сначала купить вот этих ребят, потом уже дойти до остальных. Так, лолов у нас уже... Нормально так делается. Так, Барамир, ты мне нужен. Призываю тебя, Барамир. Так, отлично. Теперь у нас делается 45 лолов в секунду. Почему бы и нет? Апгрейды 0 из 0. Странно, что интересно. Будут здесь, типа, и что? Еще не доработано, значит, еще, типа, в будущем добавят. Ну, может быть, после ролика этого вы пойдете в него поиграете. Такой автор тоже, блин... На игру что-то много играет, надо бы ее обновить. Такой апгрейд и добавить, будет вообще замечательно. Хотя тут побольше можно было бы все этих мемасиков добавить. Интересных бэкграунд там, не знаю, сделать какой-нибудь интересный хотя бы. Да, или лучше вообще все это просто сделать Russian style, да? Так. И надо 10 тысяч на Imagination Sponge Bob, но я пока куплю доги. Доги. Oh, let the dog out. Так. Сейчас накликаю на Спанч Боба. Определенно, мне нужен Спанч Боб. Хочу Спанч Боба купить. Я все накопил 50 в секунду теперь. Ей! Это мы ачивмент получили, да? Да, тут и писто. Вот первого Спанч Боба купили. И что, это все? Или она потом будет расширяться? Или это она настолько маленькая, что ли? Я думал, она большая будет, типа там много чего еще закрыто, а в итоге 51 ачивка. Reddit. Да. Ну, коротенький кликер получился, да. Не думаю, что ролик по нему сильно будет длинный. Я думал, побольше все-таки это будет кликер. Но нет. К сожалению, он оказался более маленький, чем я думал. Так, ну чё, давайте, чё купим? Надо все ачименты получить, по идее. Хотя, стоп, вот здесь ещё два вопросика. Может, откроется что-то ещё? Так. Так. Даже не знаю, кого покупать-то. Давайте доги пока ещё купим. Ещё возьмём себе доги. Теперь у нас 145 лолов в секунду. Ну, можно будет, в принципе, отойти куда-нибудь там на пару часиков, потом прийти и сделать весь 51 ачимент, наверное. Хотя тут клики надо ещё делать, судя по всему. А, да, вот тут видно мемы-кликер Альфа. Там супер маленькое написано название Альфа. Ё-моё, его даже не видно. Хитро. Никогда даже не обращал внимания на это дело.
Ну ладно, вот такой вот кликер, надеюсь, он вам понравился. Ссылочка на него в описании, можете поиграть, добить себе 51 achievement, так сказать, самую главную цель себе поставить в этом. Да, это все, всем спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока!